Здравствуйте. Всем привет! Наконец-таки у нас начинается активный выпуск видосов на канале, потому что был небольшой застой на канале. ВКонтакте выходили новиночки, именно маленькие краткие обзоры, а что-то ютубчик у нас подостыл, так скажем. И поэтому мы решили вот сделать такое зимнее валево, хотя какое оно на самом деле зимнее. Вот сейчас плюс 5, плюс 7, то есть вообще в принципе можно стоять без куртки, абсолютно солнечная зима, поэтому у нас такой эксперимент. Мы хотя уже на самом деле покатались на это видео, записываем приветствие после того, как мы поездили и покошмарили. И скажу сразу, то есть вот погода как бы такая весенне-осенняя. Казалось бы, ну, надо радоваться, но настроение у людей действительно зимнее, потому что реакция весной и летом абсолютно иная, нежели сейчас зимой. В общем, что, мы берем Хаммер, едем заниматься вашими любимыми делишками. То есть сегодня будет огромное количество пердежа и огромное количество закошмаренных автобусов. И у нас сегодня опять охота за автобусами продолжается. Бой, бигмобой. Ого. Ого, погода, глянь. Ого. У нас зима, и посмотрите, виды. Ого. Снега, да? Ого, теплый, утеплился, шлемофон одел. Шлемофон одел? Да. Что, поехали? Поехали. На данный момент, я не знаю, кричу, потому что нас оглушило. Мы ездим, чтобы вот снять, наверное, вот эти 30 секунд реакции. Мы ездим, наверное, уже час или полтора, да? Пошел дождь. Пошел дождь, в ушах звенит люто просто. А у меня нет, знаешь почему? Почему? Шлемофон. Шапка слушает, короче, нормально. Короче, мы дальше продолжаем кататься. Поехали кошмарить. Сколько стоит валить на Хаммере? Сколько ты заправил?
55 литров, 2500 рублей. На сколько нам хватит? Ну, на сегодня. На полдня хватит. В общем, смотрите, какие подготовки у нас происходят перед тем, как ехать валить. Тёма, мы что делаем? Ищем трек, правильно? 26. 26. У нас проверка. Включаем магнитолу. Магнитолу, басуарио, все дела. И перед тем, как заехать и нормально прокошмарить маг, мы проверяем, то есть на этом треке нормально дует или нет. Здравствуйте. Заказ, девушка, спасибо большое. Спасибо. Забрала заказ. Ну, впервые такая реакция. От пути, не путю. А пути пирожок. Пока, пирожочек. Убил, Тёма, видел? Да. Полиции сигнал досработал. Да? Да. Это значит, ты нарушил закон? Да. Ну что, мы добрались до еще одной остановки. Тёма, охотник за автобусами сегодня охотится, да? Два. Вон два. Троллейбус есть. Троллейбус, в общем. Чик. 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 Тёма, мы наконец-таки его догнали, пока все
приготовления у нас были, а троллейбус уехал, но мы его догнали. Сегодня это уже второй день получается съемок, погода чуть лучше, солнечнее, и люди наконец-таки начали ставить лайки. Некоторые, да. Походу, у него шумоизоляция нормальная. Согласись, что, короче, зимнее время вообще не подходит для Валева, потому что люди по настроению какие-то другие, да? Да, все сонные. Хотя всем вот у нас... холодно. Всем холодно. Ну как холодно? У нас нету зимы, у нас сегодня вообще абсолютно весенняя теплый, погода. Теплый осенний день или ранняя весна. Да, вот просто посмотрите, я думаю, вы заметили, какая у нас погода. И то, что вот. Но люди при этом сонные. А надо радоваться, друзья, наоборот, что у нас погода, посмотрите, сухо. Солнышко, посмотрите, какое. Но, видимо, нужна слякоть людям и дождь. Погода сухо и басуха, да? Сухо и басуха.